ветки надо собрать, эти самые, к дробилке туда отнести, передробить и отсыпать. У мишек вокруг отсыпать. Может, ему этот самый, смеюсь, может, ему горб подпорку сделать? Не надо ему подпорку делать, не надо, будет, горб сам встанет. А мне кажется, он уже не встанет, он под своей тяжестью упал. Слушайте, поживем, увидим. Да? Он нас недавно, посмотрим. Недавний ты наш. Ай. Тут надо взвод только тебя, чтоб это вычесывали. Нет, у него когда она готова, она сама хорошо. Да? Видите, она же сама. Твое было. Было ваше, стало наше. Тебе оно не надо. Клыки-то у него покрупнее, чем у львов. Ну, нет, я бы не сказала. Да ладно. Так видно. Не, я почему говорю, не до уздок снять, потому что все равно, если что, за него не справиться. Повиснуть на нем, что ли? Проще к нему цепить этот. Намордник, если манипуляция кишка. Кешка. Все сено раскидал, а? Да прям, он достаточно аккуратно еще. Да где же он все? Он уже неделю у него стоит, он чуть-чуть. Да. Понятно. Бух. Это резко так. Аж земля бубух трясет. Дай махнушку свою. Да ладно. Ладно, уж не буду потом. Потом. С подгоном приду. Да? Подгон ждешь? Ждешь. Че любит? Да, он все любит. Все любит. И морковку. Это не еда. Морковку, яблоки, бананы. Хлебушек, да. Что скажи, люблю. Любой подгон. Там я привозил, когда эту трубу, вот сюда, эти самые пластиковые такие заглушки. Надо везде воткнуть, где они достают. Не дай бог, рог туда попадет или еще что-нибудь. Они специально для этих, для труб.